Вас приветствует компания Kinexip. Эта инструкция описывает, как наложить кинезиотейп при синдроме грушевидной мышцы. Вам понадобится 5 прямых тейпов. Один тейп длиной 55 см, два тейпа длиной 15-20 см каждый и еще один тейп длиной 30-35 см. Чтобы растянуть мышцу, скрестите ноги. Максимально вытяните носок тейпируемой ноги. Колено должно быть выпрямлено. Шаг первый. Наклейте якорь без натяжения ниже места боли по наружной поверхности коленного сустава. Тейпирование производится снизу вверх по ходу мышцы с натяжением 10%. Второй якорь клеится без натяжения чуть выше тазобедренного сустава. Шаг второй. Наложите второй тейп с натяжением 70-80% под углом 90 градусов к первому, чуть выше коленного сустава. Шаг третий. Наложите третий тейп с натяжением 70-80% на 2 см выше второго тейпа. Якоря клеятся без натяжения. Шаг четвертый. Закрепите без натяжения якорь четвертого тейпа в районе поясницы. Наложите тейп с натяжением 10% через ягодичную мышцу до верхней трети бедра. Наклейте второй якорь без натяжения. Спасибо, что выбрали кинезиотейпы Kinexip.